Культ силы есть слабость культуры. Мы не говорим о человеческой физиологии, мы ставим на искусство. Меня зовут Юлия Матвеева. На ваших экранах программа «Культ туризм» предлагает отправиться в экскурсию по культурному Курску. Но для начала вспомним, чем была интересна уходящая неделя. $250 000 на костюмы и декорации. Еще с 2006 года присуждаются гранты губернатора Курской области на развитие сельской культуры. Очередным обладателем премии стал Обоянский народный театр. На что были потрачены выделенные средства, артисты театра представили в своей творческой форме. Островский, Чехов, Грибоедов, Филатов. Для презентации обоянские актеры обратились к классикам и современникам. Пьесы на вечные темы, интриги, обманы и, конечно, дела амурные. Семь фрагментов, семь маленьких историй. Артисты народного театра воссоздают события ушедших эпох. Без соответствующих декораций и костюмов задача не из легких. На них, а также на техническое оснащение, и была потрачена большая часть гранта. Каждый костюм 10-15 тысяч, если хороший театральный костюм, особенно если старинный костюм. Там очень много ткани идет, и всего, в общем, фурнитуры много очень. Поэтому половина костюмов, даже не помню, половина костюмов, которые вы здесь видели, это вновь пошитые у нас. Театр в Обояне начал работать в 1919 году. В 60-х получил статус народного. Сейчас в труппе больше 20 человек. Кроме Обоянского театра, свои презентации представят и другие обладатели грантов. Что касается по итогам 2010 года, есть ряд еще проектов, которые заслужили гранты губернатора Курской области, в том числе и народные театры других районов, и открытие, вот, например, если говорить какое-то другое направление в культуре, то это открытие студии «Глиняные игрушки» в Советском районе. Тем временем артисты Обоянского театра продолжают расширять репертуар. Сейчас они готовятся к постановке комедии «Чисто семейное дело» Рэя Куни. Если народные театры приобретают все более массовый характер, то народная песня, к сожалению, постепенно переходит в разряд культуры элитарной. Но в Курске как могут пытаются ее сохранить. В Курском дворце пионеров и школьников прошел традиционно открытый конкурс «Дёшкин карагод». Два дня прослушивания, более 40 фольклорных коллективов и ансамблей, более 80 солистов. И три номинации – традиционный фольклор, стилизованное народное пение и фолк-модерн. Взмахивая платочками, притоптывая на одну ногу, коллективы оттачивают детали выступлений. Пока они боятся и сцены, и членов жюри. Вот рядом со мной стоят дети из ансамбля «Тимоша» села Сторожевого Большесолдатского района, которые впервые принимают участие в этом конкурсе. А есть коллективы, которые уже неоднократно участвовали в «Дёшкином карагоде». Выступления коллективов Курской области украсили песни гостей фольклорных ансамблей из Губкина и Астрахани. Как вырастить из ребенка народника, решают непростую задачу художественные руководители. Обязательно должен быть пример старших. И поэтому к самым маленьким приходят те, кто постарше. К тем, кто на какой-то второй ступенечке. У нас приходят дети из молодежного коллектива «Веретено». И все вместе мы, конечно же, ездим к нашим бабушкам, которые все еще поют. Итоги конкурса. Дипломами победителей жюри наградило 16 ансамблей и 34 солиста. Птицы в своих естественных проявлениях. Накануне Международного дня птиц в научной библиотеке имени Асеева открылась фотовыставка. Авторы работы Андрей Власов, директор Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина. Птицами на небе, на земле и в воде любовались и мы. 36 фотографий наших, курских птиц. Это и застывшие в небе небезызвестные черные вороны, и дорожно-патрульная служба из грачей, и леденящие кровь огромные черные стаи галок, словно из фильма Хичкока. И все же любимые модели автора – родственницы чаек, малые крачки. Птица очень редкая, она занесена в Красную книгу России. И единственное место гнездования у нас – это водоем-охладитель Курская АЭС. Там есть песчаная коса, где птицы эти гнездятся. Техника Андрея Власова в помощь. Замаскированный фотоаппарат в режиме автомат съемки многие кадры делают за него. И все же, чтобы поймать по-настоящему интересный момент, порой нужно напрячься. Иногда приходилось добираться до гнезда, вот, допустим, это прошлая выставка была, до гнезда серой цапли. Тогда надо было залезть на дерево на высоту около 20 метров. Помимо основной работы, Андрей возглавляет Курское отделение Союза охраны птиц России. В сезон охоты на пернатых
особо тревожное для него время. Хотелось бы мне пожелать нашим охотникам все-таки не пересилить себя и не стрелять в птиц. Хотя бы вот Международный день птиц 1 апреля. На территории нашего региона обитает более 280 видов птиц. 62 из них занесены в Красную книгу. Накануне Международного дня птиц орнитологи напоминают курянам известную истину. Если увидишь на дереве хотя бы одну поющую птицу, отложи топор. Увлекающиеся живописью люди знают, что в Курске живет и работает замечательный талантливый художник Владимир Дайбов. Называть его пейзажистом значит сильно упростить как жанровую природу его творчества, так и смысл большинства произведений, особенно тех, которые написаны в последнее время. Время показывает, что художник изменился, стал резче, свободнее и смелее. Он стал таким, каким, наверное, хотел быть всегда. Сие ему заключение предлагаю подкрепить видеоматериалом. Картина маслом. Комната. На стенах репродукции знаменитых художников. Трое молодых людей оживленно о чем-то беседуют. Крайне слева, в стильных оранжевых штанах, Владимир Дайбов, тогда еще начинающий живописец. Уроженец уральского города Ревда, юный Володя Дайбов мечтал стать футболистом. Спорт, улица, дворовые друзья. Никаких художественных школ в его расписании не было. Один раз в студию как-то просто меня занесло случайно. С другом. Друг у меня ходил, занимался за студией. Вот. Я один раз с ним пришел, посмотрел, как они там кувшины рисуют, там гипсовые. Попробовал. И мне показалось, мне никогда в жизни это не сделать. И все же живопись пока еще подсознательно появлялась. То на полях студенческих конспектов, по первой специальности Дайбов техник-электрик, то в армии, где он оформлял агит-плакаты. Отдав долг родине в поисках себя и своего призвания, уехал в Питер, где уже сознательно пошел в изо-студию. Там и состоялся у Владимира первый опыт написания обнаженной натуры. Я еще этих самых кубиков не рисовал, ни этих, ни цилиндров. И сразу обнаженная модель. Пришел туда, забился в угол с этим альбомчиком. И чтоб никто не видел там эту обнаженную модель, там, не знаешь, рисовать или смотреть, но там все это... Пытаешься что-то делать. Вот. Я сейчас представляю, какое-то зрелище было. После застудия художественное училище имени Серова. Поступил сразу, учился отлично. По окончании, как муж декабристки, уехал по распределению жены в Курск. Думал, на время получилось навсегда. Каждый год я месяца на два, так сказать, уезжал в Питер, потому что мне нужна была та среда, та подпитка. Вот. И несколько лет подряд я просто без этого не мог. Уезжал, встречался с друзьями, дышал Питером, все, как ихтиандр. К Курску Дайбов привыкал долго, акклиматизировался, а потом задышал. Плотным небом, живописными закатами и умиротворенной природой. Говорит, для него Курск пахнет Украиной, как на картинах Куинджи. Вот именно средняя полоса России. Какой-то в воздухе такой теплый звон какой-то. Вот эти еще стрижи летают. Там. Так здорово, поле, пространство. Долгое время Владимира Дайбова, уже курского художника, питал старый патриархальный город, архитектура и рельеф Курска. Именно такие работы он представлял на своих первых крупных выставках, а их в творчестве мастера было немало. В 87 году Дайбов вступил в Союз художников. Курское отделение считает одним из сильнейших, да вот выставочного зала пока достойного нет. Мы уж и так вот на нашей площадке, на этой бедной, убогой площадке, пытаемся что-то делать. Вот. Ну и то шубами зависят картины, то там какие-то еще выставки камней. Стипендиат Союза художников немецкого Шпайера, дипломант Академии художеств России, лауреат премии имени Александра Дейнеки. В 2009-м Владимира Дайбова избрали еще и председателем Курского отделения Союза художников России. Хотя сам он о чиновничьем кресле никогда не мечтал. Сомнения-то были, и причем очень сильные. Я, честно говоря, и не стремился быть председателем. Я и не хотел быть. И были длительные разговоры с друзьями, вот, которые говорили, что давай. Крест это его или знамя Дайбов пока не решил. Но вот к работе подходит ответственно. Выставки, пленэры, а в мечтах живописца – худфонд. Место для встречи творческой интеллигенции. Прямо здесь, во дворе художественных мастерских. Вернисажи на заборе, кафе, а в нынешней столярке – выставочный зал. Облагородить двор. Вот. Дальше, так сказать, мысли пошли
сделать, вот там на дальнем плане видно сарай, закрыть его стеночкой, вот, чтобы, так сказать, там можно было летом, осенью устраивать выставки на заборе. Художники уже сделали проект местного Монмартра. Пока нет средств, но есть надежда. Как-то мы находим общий язык вот сейчас и с городом. Вот все, что здесь вот сейчас вот в таком виде, неприглядном, в этом году нам город уже обещался помочь и асфальтировать. Вот. Так что я думаю, что, может быть, получится со временем с этим выставочным залом. Здесь же можно будет проводить выставки не только картин, но и других арт-объектов, коих у Дайбова великое множество. Камни с отверстием на счастье, кирпичный слиток для строителей брака, для художника шедевр, доска со случайно разлитой краской или любимый экспонат Владимира, бочка, отшлифованная лучшим скульптором, море. Этот замечательный объект я нашел, выбросил в Черное море. И на берегу, когда я увидел очень классно, представьте, с моря я еду и везу какие-нибудь там банальные вещи, да? А вот это замечательное произведение искусства. Тема одиночества сквозит во всех работах Дайбова. Для этого не обязательно изображать одинокую фигуру. Одиночество в безлюдных городских пейзажах со слепыми окнами домов, в многочисленных дверных проемах и дорогах. Постоянно какое-то размышление, так сказать, о своем месте в мире, вообще о мире. Чем дальше живешь, тем больше понимаешь, что ничего не понимаешь. Вот. Начинаешь по этим дорогам возвращаться в свое детство и находить там какие-то ответы. Минимальными средствами сказать как можно больше. Со сверхзадачей художник справляется. Дайбов скуп на изобразительные средства, тем выразительнее его картины. Рецепты написания шедевров мастеру неизвестны. Говорит, если бы художники ими владели, искусство бы умерло на следующий день. Самое главное, Владимир Дайбов видит боковым зрением. Красота мира входит в него словно вскользь. Ты можешь 100 раз проезжать эти, так сказать, любоваться закатами, грубо говоря, там из окна троллейбуса, да, или автобуса, или маршрутки, проезжать там Сеймский мост, любоваться этими закатами. И потом это может, вот это вот ощущение выльется просто в каком-то натюрморте, который вроде никакого отношения к этому не имеет. То есть вот это вот творчество, это рождение произведения, такая интересная, так сказать, вещь, и это самое загадка. Белая ротонда – часто используемый в русской живописи мотив. Напоминание о дворянских усадьбах – мысленный отсыл к той чудесной поре, когда многое было вновь, а Россия переживала героический период. Своя белая ротонда есть и у художника рубежа 19-20 веков Станислава Жуковского. Ученик Левитана, участник передвижнических выставок. Он много путешествовал по Средней России, изучал старинные дворянские гнезда. В 20-е годы художник уехал на историческую родину, в Польшу, а в 40-х был арестован нацистами, умер в концлагере. Но живописное наследие продлило жизнь Жуковского. Одна из его работ хранится в собрании Курской картинной галереи. Погожий мартовский день, доживающий последние дни снег, сияющий разноцветной агонией. Стыдливо обнаженные березы, вечно зеленые, но слегка пожелтевшие от долгой зимы ели. Природа ждет обновления. Станислав Юлианович Жуковский – известный русский живописец польского происхождения. Смысл его творчества выходит за рамки простой констатации прелести пейзажного мотива. Это всегда рассказ о чем-то важном, как, например, в работе «Радостный май», где художник проникновенно говорит о старинных русских усадьбах. Так и картина «Пейзаж с беседкой» 1910 года – ностальгия по славному прошлому России. Нужно сказать, что то время, когда написана эта картина, было как раз временем очень пристального изучения русской культуры начала XIX века. Именно в эти годы выходит журнал «Старые годы», создается и прекрасно работает общество изучения русской усадьбы. И картина Жуковского в этом контексте, конечно, оказывается далеко не пейзажным этюдом и выходит далеко за пределы вот такого простого эмоционального переживания ясного мартовского дня, когда тает снег. Жуковский входил в легендарный союз русских художников, существовавший в начале 20 века. Во многом авангардное течение, где прослеживалась и широта, и свобода мазка, и откровенная эмоциональность художника.
мы не чувствуем вот этого авангарда в рассматриваемой работе. Между тем, перед нами тоже одно из очень важных явлений русского искусства. Дело в том, что в работах участников объединения «Союз русских художников» русский зритель познакомился вот с той импрессионистической манерой письма, которая прежде русской живописи не была особенно свойственна. «Союз русских художников» привнес в русскую живопись еще одну характерную черту – этюдность. На самом деле это прием. Конечно, пейзаж с беседкой не был написан на природе с холстом под мышкой. Это замысел, реализованный в мастерской. Кстати, репутация натурщиков закрепилась за многими художниками. В том числе за Василием Поленовым, чей «Иисус на Генесарецком озере», тоже написанный с этюдов, также представлен в собрании Курской галереи. Удивительное дело. Наше ощущение воздуха, простора, природы оказывается более полноценным тогда, когда мы смотрим на картину, которую живописец завершил уже в мастерской, а не там, где вот непосредственно сидя на каменистом берегу Генесарецкого озера писал этот этюд. Вероятно, так же поступил и Станислав Юлианович Жуковский, собрав воедино множество собственных этюдов. Он оставил нам в наследие замечательный пейзаж. И в завершении программы «Печальная новость». 29 марта Курск простился с Александром Гридасовым. Лауреат областных и всероссийских конкурсов, заслуженный учитель России. 35 лет он преподавал музыку в 15-й городской школе, организовал там настоящий оркестр. Один из учениками дал сотни праздничных концертов в нашем городе. Молодой красивый мужчина, талантливая личность, яркий исполнитель народной и патриотической песни. Его называли курским Муслимом Магомаевым. Александру Гридасову было 56 лет. Поклонись великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. На этом вынуждена с вами попрощаться. И помните, все забывается, остается лишь культура.